Лучшие самарские журналисты в одном зале. Повод собраться весьма солидный. Пятая ежегодная церемония награждения журналистского конкурса на призы губернатора. Перед вручением наград Николай Меркушкин отметил особую роль СМИ в развитии области. Выбирать правильный вектор в итоге и двигаться в правильном направлении – это самое главное и самое важное. Поэтому я бы хотел вам всем выразить слова благодарности за совместную работу. Мы, что касается информированности людей, вовлеченности людей по, скажем, по ряду таким базовым вещам, мы сделали значительные шаги вперед. В этом году на конкурс поступило 330 заявок. Среди номинантов – представители всех региональных СМИ, печатных, телевизионных и интернет-изданий. Победители объявили в 19 номинациях. Журналисты все работают с полной отдачей, но все-таки есть конкурс, где есть победители. Суворов как-то сказал, что кто удивил, тот победил. Вот сегодня победили те, кто нас удивил в 2016 году. Что отрадно, среди лучших 4 журналиста и 1 оператор телеканала «Самара ГИС». Лауреатами второй степени стали авторы собственных программ. Инесса Панченко в номинации «Укрепление семейных ценностей» и Михаил Перепелкин в номинации «Культура». Важно думать о том деле, которым ты занимаешься, получать удовольствие от этого дела и открывать, конечно, что-то новое для себя. Ведущая программы «События» Инга Пеннер стала лауреатом 3-й степени. Также лауреатами стали репортер Марина Матвейшина в номинации «Реформа ЖКХ и благоустройства» и оператор Артем Сулайманов. Особенно приятно, когда замечают тех людей, которые, собственно, всегда остаются за кадром, производят, на мой взгляд, большую часть работы, потому что именно они показывают то, как будет выглядеть в дальнейшем сюжет, именно с изобразительной точки зрения. Кульминацией вечера стало вручение «Золотых перьев». Обозреватель социальной газеты Нина Судницына получила перо в номинации «Печатные СМИ». В номинации «Электронные СМИ» победителем стала руководитель проекта редакции Тольяттинского ВАЗ-ТВ Наталья Корсакова. А третью статуэтку в номинации «Интернет-СМИ» получила Екатерина Спиваковская, корреспондент электронного периодического издания «Парк Гагарина». Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.